Огороженная забором территория на углу улиц Киевская и Тухачевского стала камнем преткновения между собственником участка и жителями микрорайона номер 4 имени Тухачевского. Люди говорят, хозяин клочка земли хочет здесь построить автозаправочную станцию. По другой версии, на территории будут торговые павильоны. Он якобы утверждает, что АЗС не будет, а будет якобы торговые павильоны. Но цивилизованное, что не будет там грязи и прочее. И все это будет благоустроено. Но пока что его сыны не там. Занимаются все абсолютно этим вопросом. И администрация, и мы отправили в департаменты. Вопросы благоустройства территории микрорайона волнуют, пожалуй, всех его жителей, а это без малого 15 тысяч человек. Большинство из них проживают в пятиэтажках, построенных полвека назад. Где-то протекает крыша, где-то трубы. Домам необходим капитальный ремонт. На общественных слушаниях проекта на связи с губернатором люди могут озвучить свои проблемы напрямую властям, чтобы решение было наиболее оперативным. Хрущевки наши не обновляются, они продолжают стареть. Мы их ремонтируем, латаем, но частично. Нам удалось отремонтировать комплексно только 10 домов, а их у нас около 50 в этом микрорайоне. Еще раз повторяю, все они требуют ремонта. Реализовывать просьбы жителей и устранять проблемы призвана реформа местного самоуправления. В Самаре 13 сентября горожанам предстоит сформировать команду созидания и выбрать депутатов в районные советы. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События.